Форсунка – это всего лишь электромагнитный клапан. Вот такой нагар. Всем привет, друзья! Повысился расход топлива. Значит, температурные датчики я все проверял. Датчик положения дроссельной заслонки и проверял, и менял на другой. ЭБУ менял на другой. В общем, все проверял, все менял. Давление топлива где-то в районе 1,2 бара. Обратка сбрасывает, все нормально. В общем, решил поменять верхнюю часть моновпрыска. Вот у меня моновпрыск, я уже его разобрал, снял верхнюю часть. Сейчас поставлю за место своей. Посмотрим, в форсунке дело или нет. У меня стоит форсунка старого образца. На этом моновпрыске стоит форсунка нового образца. Вон видно, что топлива много. Но дело совсем не в ЭБУ и не в датчиках. ЭБУ я менял. Так, откручиваем 4 болта и снимаем верхнюю часть. Так, ну, в общем-то, все я уже открутил. Вот эти вот две пластиковые направляющие только держат. Надо усики сжать, и верхняя часть снимется. Снял верхнюю часть. Буду ставить другую. Вот видно, что форсунки отличаются. И посадочные места тоже. Здесь как бы широкая она, а здесь конец узкий. Так, все поставил, прикрутил. Можно заводить. Вроде сильно не льет, распыляет нормально. Работает нормально. Выхлоп бензином не воняет. Даже чисто визуально, может, я ошибаюсь, но кажется, что другая форсунка, которую поставил, меньше топлива распыляет. Ну, поезжу, посмотрю. Езжу по городу, по лесам. Вроде бы расход поменьше стал. Так, проехал 80 километров. 15 из них проехал на старой форсунке. Сейчас ради интереса выкручу свечу и посмотрим нагар. Вот такой нагар. Смесь явно не богатая. Думаю, нормальная смесь. Ну что, друзья, проехал я почти 140 километров. Когда заправлялся я 14 литров, стрелка была немного ниже вот этой вот риски. Значит, топлива было немножко меньше. Из этого пробега 15 километров я проехал на старой форсунке. Но в итоге примерный расход топлива по городу у меня вышел 9 литров на 100 километров по городу.
Форсунка – это всего лишь электромагнитный клапан. Она только открывается и закрывается. ЭБУ подает минус на форсунку и с помощью минуса управляет количеством топлива. То есть в зависимости от длины импульса зависит длительность открытия самой форсунки. В моем случае с датчиками все в порядке, с импульсами тоже. Но видно неисправна механическая часть форсунки. Я думаю, что форсунку надо пробывать, или же у нее имеется большая выработка. Кто что думает на этот счет, пишите комментарии, ставьте лайк, если видео было полезным. Всем пока!